Летчик и хлебороб. Они вместе выращивают кукурузу в Астраханском колхозе имени Ленина. На участке звена Владимира Дорошенко сорняки уничтожены полностью. Не просто получить с каждого гектара 550 центнеров силоса. Хватает дел братьям Владимира, Евгению и, конечно, Вите. А теперь надо вдоволь полить посевы. И можно надеяться, что урожай будет хорошим.